Всем привет-привет! Рада видеть вас на моем канале. В сегодняшнем видео я открываю рубрику «Пробуем вместе со мной». Тестируем вместе со мной. И покажу вам сегодня офигенно классную, крутую, легендарную косметику, японскую, Шу Уемура. Чтобы вам было немного понятно, бренд Шу Уемура конкурирует с брендами MAC, Bobbi Brown, Make Up For Ever и так далее. То есть это такой вот люксовый сегмент. Это профессиональная японская косметика. У них есть и уход за лицом, и за телом, и за волосами, и декоративная косметика. В общем, все-все-все есть. Давайте начнем с увлажняющей маски для лица с лепестками роз и сакуры. Что может быть милее, да, в японской косметике, чем лепестки сакуры? Я не знаю, но мне кажется, у них все то, что связано с лепестками сакуры, это уже очень мило и вкусно. Кстати, вот эта вот сама крышечка, она силиконовая, она не пластмассовая. Маска гелеобразная. Внутри частички, похожие на лепестки. Действительно, это лепестки, видимо, сакуры и розы. Пахнет она великолепно. В общем, эта маска увлажняющая, подходит для всех типов кожи. Наносить ее нужно на минут 7-10. Что мы сейчас и сделаем. Как утверждает производитель, эта маска должна улучшить текстуру кожи, улучшить цвет, увлажнить, пропитать. И вообще состояние кожи сразу должно заметно улучшиться. Проверим, собственно, что произойдет. Но сейчас мне в ней комфортно. Она немножко с таким холодком из-за того, что она гелеобразная, она притягивает холод к лицу. И аромат такой, будто вы лежите в куче лепестков роз. Все, смыла маску. Я не знаю, как камера передаст сейчас мой внешний вид. Она действительно увлажненная. Холодок до сих пор остался на лице. Пока у меня первое впечатление очень хорошее. Посмотрим, что будет дальше, но мне нравится. На самом деле у меня много продуктов. У меня есть праймер для лица, продукты для бровей. Вы знаете, что я обожаю оформлять брови при помощи всяких азиатских продуктов, потому что они очень классные. Тушь и карандаш у меня есть для бровей. У меня есть помады, у меня есть ресницы, у меня есть пудра, тени, спонж, туши, в общем, много всего. И давайте будем просто делать макияж, болтать и тестить по ходу косметику. Здесь у меня в руках праймер для лица, минимайзер для сужения пор. Вы можете наносить его на все лицо, либо локально на какие-то зоны. Например, у меня расширенные поры на Т-зоне, возле носа в основном и на носу. Сразу беру пудреницу. Как вы можете заметить, у бренда Шу Уемура очень скромный дизайн, но при этом он всегда выигрышно смотрится. Как мусс беленький, становится прозрачным и матовым. Не знаю, видите ли вы разницу, но он скрыл мои поры. К сожалению, тональный крем я боялась заказать, поэтому я буду использовать свой обычный тональный крем. Но у меня есть спонж от этого же бренда Шу Уемура, и он не увеличился в размере. Я его намочила, он не увеличился. Посмотрим, как он наносит тональную основу. Он очень-очень плотный. Конечно, по сравнению с обычным бьюти-блендером, бьюти-блендер намокает и разбухает. И мне кажется, он очень-очень много впитывает продукты в себя. Что касается этого спонжа, он очень твердый и не должен впитывать столько продукта. У меня есть также пудра от Шу Уемура. Компактная пудра со скошенной кистью, очень тоненькой. Вы знаете, я люблю, когда есть кисть. Пудреница очень удобно брать с собой в дорогу. Почему-то я всегда начинаю с носа. Во-первых, пудру не видно абсолютно на лице. Ультралегкое покрытие. Правда, немножко кисточка осыпается, но это в самом начале, потому что, я думаю, она новая из-за этого. Сейчас мы будем оформлять брови при помощи двух легендарных продуктов. Действительно классный карандаш. Мне он понравился тем, что он супер твердый. Это я люблю. И он создает дымку. Не четкие линии, а именно дымку. И плюс ко всему у меня гель для бровей, воск для бровей. Знаете, как называется? Маникюр для бровей. Маникюр для бровей. Конечно, сразу после такого названия хочется попробовать этот продукт. Я хочу оформить брови без карандаша. Вначале только
тушью. У нее, конечно, щеточка маленькая, с одной стороны короткие волоски, с другой длинные. Ну вот, она начала уже закрашивать. Конечно, с третьего раза примерно начала закрашивать мелкие волоски, невидимые. Вот. И саму бровь. Правая бровь у меня совсем плохая, а левая, конечно, более-менее покрыта волосами. Я бы оставила брови и так, но мне хочется попробовать карандаш в деле. Ну что сказать, оттенок у карандаша просто идеальный. Мне кажется, он подойдет и блондинкам, и брюнеткам. Он не слишком яркий, им невозможно переборщить, он хорошо растушевывается. Я не нахваливаю эту косметику, это чисто мое мнение, но пока первое впечатление просто классно. У меня есть потрясающая палетка. Эта палетка на самом деле идет пустая, вы просто подбираете тени, которые вам нравятся, у них огромный выбор. Палитра шикарная, еще такие цвета необычные. Эта палетка состоит у меня из 8 рефилов теней. Я подобрала для себя самые актуальные, еще взяла румяна. Я не знала, как ее открыть, ставить. Я начала вот так сверху вставлять, вдавливать, а все оказалось намного проще. Здесь сбоку вытаскивается вот такая штучка, и в нее вставляются сами рефилы. Просто все легко и просто. Я начала что-то вдавливать, немного помяла некоторые тени, а оказывается, все намного проще. В этой палетке у меня 4 темных оттенка. Коричнево-бордовые, коричневые, сатином, матовые. Есть черные с блесточками, мелкими-примелкими. Один такой, знаете, молочно-бежевый оттенок, один серебряный. И вы не представляете, как это серебро мерцает. Я такого красивого серебряного оттенка теней не видела нигде. Конечно, японцы очень любят блестки и все, что с ними связано. Еще я заказала себе золотой, точно такой же. Он точно так же круто блестит. Самое интересное, что эти тени, они как масло. Они невероятно мягкие. Я даже не знаю, как вам описать свои эмоции, но я в восторге от этих теней. Они вообще не осыпаются. Сияние просто потрясающее. В уголки глаз я добавила серебряные вот эти тенюшки. И в своем макияже использовала только 2 оттенка теней. Ничего не осыпалось. Вот просто не песчиночки. Теперь хочу попробовать подводку. Эта подводка супер-супер черная и содержит микрочастицы черного угля. Еще у меня есть ресницы накладные от Шу Уемура. Вообще этот бренд славится своими ресницами, и у них есть очень большой выбор ресниц. От вот таких до суперъестественных я заказала себе классические, знаете, к внешнему уголку они более длинные, более пушистые. Сейчас у меня на данный момент ресницы немного нарощены. Они как немного, они выпадают просто уже, ну уже как бы пора делать коррекцию, но коррекцию я не буду делать, дождусь, когда они все выпадут, либо пойду их сниму. Еще у меня есть тушь для ресниц с интересной кисточкой. Плавно переходим к помадам. У меня есть тинт. Тинт для губ и для щек. Он матовый, бархатистая текстура. Я уже его потестила. Цвет универсальный, такой розово-персиковый, мягкий. Мне кажется, подходит под любой цветотип. У меня есть 2 помады матовые. Красная и бежевая. И что касается текстуры самой этой помады, я честно признаюсь, что я никогда не видела такую текстуру. Мне кажется, вы меня ненавидите уже в этом видео. Кажется, что я так расхваливаю этот бренд, но это на самом деле так. Если у вас есть возможность в вашем городе потестить, просто подойти к тестер-стенду и посмотреть действительно текстуры и так далее, то сделайте это. Сделайте. Я думаю, что вы не пожалеете. Покрытие равномерное, очень тонкое. Девчонки, ну честно, просто великолепное покрытие. Бархатная текстура. Ультра тонкая, ультра пигментированная. Равномерное покрытие без каких-либо кусков. И
Я в восторге. Можем даже сейчас попробовать, как матовая красная помада смотрится на губах. Кажется, что эта помада супер сухая, когда я смотрю на свои губы, но на самом деле она комфортная и не кажется сухой абсолютно вообще на губах. Ну а теперь я хочу попробовать испытать гидрофильное масло, которое ультра популярное в YouTube. Это гидрофильное масло, которое не нужно смывать затем дополнительно гелем для умывания, либо пенкой для умывания. Раз. Сказали три. Два, три. Простите, три, так три. Сейчас все тут заляпаю. Ой, все заляпаю. Запах такой прикольный. Не как у всех масел. Здесь в составе вообще как бы натуральные масла. Витаминки. В общем, ресницы не жалко. Проверим, как все это смывается. Что, я все смыла с первого раза, и по первым ощущениям чувствуется, что есть уходовые масла в этом гидрофильном масле, потому что лицо будто бы в креме. Оно мягкое, причем увлажненное. По привычке, конечно, хочется все это дело смыть пенкой. В принципе, вы услышали мое мнение о бренде Шу Уемура. Надеюсь, вам нравятся такие видео. Если вам понравилась эта рубрика «Пробуем вместе со мной», то поддержите меня лайками. Мне будет очень приятно, комментариями. И ждите новых выпусков. Мне кажется, их будет много, потому что косметики и продуктов разных косметических, и не только и гаджетов, у меня много. И я буду с удовольствием с вами делиться своим первым впечатлением. Так что всем спасибо за просмотр. Пока-пока.